Сегодня многие выбирают строительство собственного дома как лучшую альтернативу покупке квартиры. А главное, растет понимание того, каким должен быть по-настоящему современный и комфортный дом для проживания большой семьи. Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал «Стройпрогресс 31». И сегодня у нас обзор одноэтажного дома с тремя спальнями площадью 142 квадратных метра, который наверняка удивит вас своими решениями. Как и положено комфортному дому, пространство здесь разделено на приватную, техническую и дневную зоны. Детские спальни отделены от родительской, которая в свою очередь может похвастать собственным санузлом и гардеробной. Каким бы ни был образ жизни будущих владельцев, здесь найдется место и для сосредоточенной работы, и уголок для хобби. А для самых хозяйственных предусмотрен отдельный выход на задний двор и с котельной. Остается пространство и для индивидуальных изменений. В этом проекте нам удалось скомпоновать все коммуникации в одной зоне, несмотря на приличную площадь дома. Перекрыть его можно стандартными деревянными балками, что немаловажно. Рекомендую подписаться на наш канал, ведь каждую неделю мы готовим для вас новый проект дома, и возможно именно он окажется домом вашей мечты. Мы не первый год строим дома и готовим наши проекты так, чтобы строить по ним было легко и понятно. Каждый этап строительства расписан, а размер указан. В каждом проекте уже рассчитан объем строительных материалов, что позволит вам закупить все заранее и зафиксировать стоимость строительства. Также мы можем подготовить для вас проект инженерных коммуникаций. Подписывайтесь на наш Telegram и ВКонтакте. Сюда мы выкладываем планировки домов, делимся новостями и фото с наших объектов. Приобрести готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте. Итак, ну и по традиции давайте прогуляемся вокруг нашего дома. Дом предполагается строить из газобетонных блоков, отделан он короедом, и мы добавили здесь немного планкина. Это недорого, но смотрится достаточно здорово. Хотя короед – это такой материал, который позволяет вам не ограничивать себя в своих пожеланиях, и вы можете использовать любые цветовые решения на ваш вкус. Крышу мы здесь сделали фальцевую, смотрится интересно, хотя в реальности, скорее всего, здесь будет стандартная металлочерепица. Также вы можете видеть небольшие вентканалы, выходящие на кровлю. Такие вентканалы продаются в любом магазине кровельных материалов. На правый фасад у нас выходят окна санузлов и технических помещений. Первое небольшое окно – это окно в санузел родительской мастер-спальни. Второе окно – окно в общую ванную. И два других окна выходят из котельной, которая у нас делится на постирочную и, собственно, теплогенераторную. Также на заднем фасаде у нас довольно-таки большая терраса. Собственно, маленькая терраса здесь просто не смотрелась бы. На террасу выходит дверь из котельной. Я думаю, это понравится тем, кто много работает на заднем дворе. И тогда вы можете использовать котельную как кладовую дополнительную. Также на террасу у нас выходит дверь из кухни. На террасе помещается и диванчик, и довольно-таки большой стол, за которым вы сможете собираться с семьей или друзьями. Кроме этого, на задний фасад выходит окно из гостиной. Окна в этом проекте достаточно большие, а учитывая, что современные окна энергоэффективны, то проблемы с эксплуатацией такого дома нет. На левый фасад у нас выходит еще окно в гостиную, окно в гардеробную, это интересное помещение, очень большое, мы туда еще вернемся, и окно в одну из детских спален. Два окна других спален выходят на передний фасад. Многим не нравится, когда окна спален выходят на передний фасад, но все зависит от вашего участка. Если, как в данном случае, у вас достаточно большое расстояние до переднего забора, то никакой проблемы в этом нет. Хотя прежде всего нужно ориентироваться на ваш участок, на то, как он расположен относительно сторон света.
Опять же, любой дом можно отразить зеркально и подогнать под ваш участок. Ну а теперь давайте зайдем внутрь и побудем в роли будущих гостей. Мы заходим и попадаем в прихожую. Прихожая здесь не маленькая, слева достаточно места и под шкаф, и под трюмо. Можно даже установить встроенный шкаф, так как ниша здесь довольно-таки глубокая. И прихожая у нас полностью отделена от основной части дома, образуя такую буферную зону. Мы проходим дальше в дом и попадаем в достаточно обширный холл. Прямо вы можете видеть дневную зону дома, столовая, кухня, гостиная. По левую сторону у нас детские спальни. И направо родительская мастер-спальня. Ну давайте начнем с детских. Детские находятся рядом, как бы в отдельном блоке. Это достаточно большие комнаты, здесь помещается кровать любого размера. Имеется ниша под встроенный шкаф. Она настолько глубокая, что по сути это может быть небольшая гардеробная. Ну и остается место для рабочего стола. В принципе, все спальни здесь отделены, родительская отделена от детских, а детские спальни разделены гардеробными шкафами. Вторая спальня аналогичная по площади, также у нас имеется ниша под встроенный шкаф, рабочий стол. И здесь установлена довольно-таки большая кровать. Если поставить стандартную односпальную кровать, то места в этой спальне будет еще больше. Теперь давайте пройдемся в родительскую мастер-спальню. Мастер-спальней мы ее называем потому, что здесь имеется свой санузел. Так многим понятней и так удобней. Родительская спальня очень большая, здесь помещается кровать любого размера. Можно поставить рабочий стол или вот такой дамский столик. И напротив мы установили ТВ-стенку, если вы, не дай бог, смотрите телевизор. Но вы можете использовать пространство на свой вкус. И далее мы можем пройти через проходную гардеробную. Это довольно-таки популярное решение, многим оно нравится. И пройдя через гардеробную, мы можем попасть в санузел в родительской мастер-спальне. Он небольшой, но здесь есть место для приличной душевой ниши. Также здесь располагается умывальник, ну и, конечно, унитаз. Окно мы здесь сделали небольшим, но на свое усмотрение вы можете сделать стандартное прямоугольное окно. Если вам вдруг недостаточно места в гардеробной, то можно немного подвинуть нашу ТВ-стенку и установить дополнительный шкаф там. Хотя с хранением вещей здесь точно проблем нет в этом проекте, мы еще в этом убедимся. Мы выходим из спальни, и первая дверь направо – это небольшой чулан. Он будет использован для хранения всего, что нужно по хозяйству, для уборки. Пылесос, ведро, швабру здесь можно хранить. И не ходить за всем этим в котельную. Следующая дверь направо – это небольшой гостевой санузел. Здесь помещается умывальник и сам унитаз. Собственно, другого здесь и не надо, и это очень удобно, гости не будут ходить в общую ванную. Идем дальше, и здесь по левую сторону у нас дверь в гардеробную, и справа дверь в ванную. Ну, давайте заглянем в гардеробную. Как я уже говорил, проблемы хранения вещей в этом доме нет. Имея такую гардеробную, главное думать о том, чтобы здесь не собирался всякий хлам. Гардеробная имеет ширину порядка 2 метров. Это светлое помещение. И в принципе, вы можете использовать его дополнительно как мастерскую, например, если увлекаетесь шитьем. Или даже как небольшой аккуратный кабинет. Также гардеробная играет роль дополнительной буферной зоны между детскими спальнями и гостиной. Ну и теперь давайте пройдем в ванную. Мы проходим в общую ванную. Здесь у нас имеется душевая ниша, собственно, унитаз.
и полноценная ванная. Полноценная ванная должна быть обязательно на весь дом. Но также мы поставили здесь душевую нишу, чтобы детям не пришлось каждый раз залазить в ванную, чтобы сходить в душ. Это не очень удобно. Ну и, конечно, у нас здесь помещается умывальник, причем любого размера абсолютно. Площадь ванной позволяет использовать ее на свой вкус. В ванной у нас имеется дверь постирочную. Так как в этом доме большая котельная, мы решили разделить ее на зону теплогенераторной и постирочной. Здесь помещается и стиральная, и сушильная машина. Здесь имеется окно, можно спокойно гладить, сушить одежду. Ну и, собственно, котельная. Здесь будет располагаться все необходимое оборудование, фильтры, насосы. И так как в котельную у нас имеется дверь с улицы, предполагается, что это будет грязная зона. Поэтому мы отделили ее от зоны постирочной. Мы не могли расположить здесь дверь, так как у котельной есть свои нормативы. Но мы добавили вот такой портал. На наш взгляд, этого должно быть вполне достаточно. Такое решение нам кажется интересным. Лучше, чем когда котельная используется как постирочная, если вы заходите в эту котельную в обуви, например, часто. Итак, мы выходим из ванной. И давайте пройдем в дневную часть дома. Она делится на зону кухни, столовой и, собственно, гостиной. Кухня здесь достаточно большая. Здесь у нас стандартный кухонный треугольник, то есть холодильник, мойка и варочная поверхность. Так как на кухне нет отдельной кладовой, мы добавили сюда кухонный остров. Во-первых, он добавляет нам мест хранения, а во-вторых, у нас получается больше рабочих поверхностей. Плюс хозяйка может заниматься приготовлением пищи и общаться с гостями или домочадцами. Есть здесь место для большого обеденного стола, где может собираться вся семья. Ну и зона гостиной довольно-таки большая. Здесь поместится диван любого размера, дополнительно кресло. Я думаю, проблемы с пространством здесь точно нет. Ну и, конечно, выход на террасу, он у нас из зоны кухни, что очень удобно. Если есть возможность, мы стараемся делать выход на террасу именно из кухни. Мы надеемся, что это будет хорошим поводом больше времени проводить на свежем воздухе. Ну а теперь давайте поднимемся повыше и рассмотрим нашу планировку с более привычного ракурса. При входе мы попадаем в прихожую 5,5 квадратных метров. Слева от нас две детские по 14,5 квадратов. Площадь родительской 16 квадратных метров. Родительская спальня может похвастать проходной гардеробной в 4 квадрата и санузлом чуть больше 3 квадратных метров. Идем далее. Кладовая 1,8 квадрата. Гостевой санузел немного больше, 2,2 квадратных метра. Общая ванная 8 квадратных метров. Из ванной мы можем пройти в постирочную 3,5 или котельную 5 квадратных метров. В доме имеется гардеробная целых 9 квадратных метров. Площадь дневной зоны составляет 39 квадратных метров. При желании гостиную можно отделить от кухни, а стол перенести на место кухонного острова. Вот такой замечательный проект одноэтажного дома, очень практичный, который дает возможность жить с настоящим комфортом большой семьей. Учитывая его относительно небольшую ширину в 12 метров, он может стать решением для узких участков до 20 метров шириной. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте делиться своим мнением в комментариях, мы все читаем. Мы желаем вам обязательно иметь возможность и построить тот дом, о котором вы мечтаете.